Друзья, я на Таганке продолжаю свои вечерние тренировки на разных спотах. Как известно, Таганка – мать городов русских. Выражение крайне странное, но если бы вы хоть раз здесь были и были трацером, вы бы порадовались. Вот, посмотрим, что я здесь делаю. Скорее всего, нифига. Мне почему-то хочется в туалет. Деле удивлен, что получилось. Мы тут как-то года 4 назад с мощным залазили. Офигеть! Все силы оставил на этой штуке. У меня же сегодня еще и турник был, вообще жесть. И там пыльно, чрезвычайно пыльно. Тысяч попыток, и у меня получилось. Ребята, с больным голеностопом делать этот прыжок — это вообще просто нереально, чтобы вы понимали. Тут лететь в угол. Я чудом себе не расквасил голеностоп. Стукнулся очень сильно грудью, когда ноги съехали, но повис. Прям очень жесткая тренировка сегодня была, ребята. Не знаю, как завтра буду прыгать, смогу ли. Естественно, смогу, но тело, конечно, будет ныть, потому что уже чувствую боль. Он локотком ушатался здесь. Короче, связки себе потянул. Ну, праздник.